Мы продолжаем серию гнусных репортажей на нашем телеканале Бородач ТВ. Твою мать! Джон вот. Опять недоволен. Джон недоволен. Ну-ка, Джон, почему вы недовольны? Потому что все слишком важные. Важные? Почему все важные? Потому что имеет свой бизнес. Важные. Приходишь в агентство недвижимости. Так. Говоришь, ребята, мы вас бесплатно готовы разместить на нашем ресурсе. Так. Со всеми вашими группами, сайтами, со всеми вашими новостями и предложениями. Этот гриб сидит и говорит, а нам не надо. Нам нужно согласовать. Нам нужно что-то согласовать. Ты животное, ты начни работать. Заходишь в другое агентство, там сидит директор агентства. Он говорит, давайте все ваши наклейки, мы везде наклеим их, везде, где только можно. Чем больше вас скачать, тем больше наши новости будут смотреть. Ваши тоже. Отсюда мораль. Да. Директора, уважаемые, смотрите, кто у вас работает. Выгоняйте к чертям всех этих грибов, которые не могут ничего на месте решить. А зачем платите им зарплату? Зачем вы платите зарплату этим людям? Зачем? Там девушка идет. Я предлагаю спросить у нее что-нибудь. Не надо никого ничего спрашивать. Давайте видео, давайте видео. Все-таки социальный опрос у нас. Мы когда-то обещали его сделать. Не не будем, ладно. Да? Это... более не девочка, это да, и не девушка. Девочка. Да, 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 да. Она то есть ты знает. Хочешь чуть-чуть постарше, он там постарше идет просто. Ладно, Джуни. Давай. Все, да? Да, не, ну, да, вот это ты молодец, молодец, все завершил.